На нашем телеканале стартовал новый сезон детского шоу «Отдыхай». Теперь каждый понедельник в 16 часов наши юные коллеги будут обсуждать в прямом эфире свои проблемы, а еще разыгрывать подарки, ставить в тупик взрослых и взрывать чат. Ребята уже не новички в телепроизводстве, за плечами 17 выпусков прямого эфира и многолетняя подготовка. Доверяя эфир молодым коллегам, мы растим профессиональную смену. Готовы? Начинайте. Вот это было обезоруживающе. Идея проекта «Отдыхай» подражена в самом названии. Отдыхаем и шумим. Хайп-шумиха. Название придумали ребята, мои ученики. Собственно, аудитория подростковая. Они обсуждают все, что их волнует. Готовимся. Трудно, стрессы, потому что это прямой эфир, но зато и результат, мне кажется, будет интересен, потому что любой зритель может написать нам в чат, предложить свою тему, сказать все, что он думает, и мы его сообщение зачитаем, он свое сообщение увидит и получит какую-то ответную реакцию. Ага. И мы вас слышим, мы вас видим, мы вас любим. Пока-пока!